В новый политический сезон парламент Казахстана вступил с новыми правилами игры. Законодательный орган страны демонстрирует небывалую открытость. На обсуждение депутатских поправок в закон о дорожном движении впервые пригласили внесистемную оппозицию. Общественники и политики, критикующие действия власти, удивлены. В Казахстане такая культура не существовала в должной мере, и это было заявлено с приходом спикера в очередной раз на этот пост. И первые заседания мы видим, эти приглашения находятся. Я приветствую это. Но я не питаю иллюзий, потому что просто дискуссии, на которых повыступали, выпустили пар, а потом, когда принимается решение, они принимаются закрытыми глазами и принимаются так, как удобно тем, кто будет уже голосовать, это будет не совсем верный подход. Пока это начало, цыплят по осени считают. Новшество представители гражданского общества связывают с недавней критикой президента страны в адрес депутатов и министров. Назарбаев обвинил их в том, что они разрабатывают и принимают законопроекты, забыв спросить мнение народа. Последствием наспех принятых поправок в земельный кодекс, позволяющих продажу земли казахстанцам и долгосрочную аренду иностранцами, стала волна митингов и протестных настроений среди граждан. Я думаю, что и многие факторы на это влияли, в том числе и протестные выступления в связи с земельными вопросами. Но я думаю, здесь есть еще и другие вопросы. В Казахстане все-таки стоит вопрос преемственности власти. В Казахстане все-таки стоит вопрос о необходимости дальнейшей демократизации. И в связи с этим, вероятно, на такие шаги пошли. Теперь все пленарные заседания Мажилиса будут транслироваться в онлайн-режиме. Тексты законопроектов, находящихся в работе, обещают публиковать на сайты. Журналистам обеспечивать беспрепятственный доступ на все заседания. А в регламент Мажилиса внесены изменения, расширяющие полномочия партийного меньшинства в составе парламента. На протяжении предыдущей сессии парламента было несколько случаев, когда депутаты от партии «Ажол», от других фракций, не получали права выступить в ходе прений. В этой связи только нами 5 раз направлялись предложения обеспечить право партийных фракций на выступление в парламентских прениях. Такие нормы имеют широкую международную практику, когда законодательством целого ряда стран развитой демократии гарантировано право выступления депутатов от партийных фракций и парламентского меньшинства. Но пока говорить об абсолютной открытости в работе Нижней палаты парламента рано. При входе в здание Мажилиса у приглашенных на заседание изымают ноутбуки и гаджеты. Айнур Коскин, Оганизат Оспанов. Настоящее время.